Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Минуло уже более полувека с того незабываемого и страшного дня, когда начались ужасы войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой трагедия этих страшных лет осталась навсегда. Именно этому и посвящен наш марш памяти. Когда иссякает память, трагедии повторяются. Трагедия еврейских судеб не должна повториться никогда. Этот мемориал – напоминание об одном из самых страшных преступлений против человечества в истории минувшего столетия. Давайте сейчас зажжем свечи в память о тех 6 миллионах погибших. В память о тех, кто отвоевал ценой своей жизни, жизни нашей и жизни наших близких. Хотелось бы попросить вас, взрослое поколение, по возможности передавать молодому поколению ту информацию о тех жертвах, о том геноциде, который был не только по отношению к еврейскому народу, но и к людям других вероисповеданий и национальностей, которые погибли в застенках концлагерей. Минута молчания. Она нужна, чтобы не было войны. Мы не хотим войны. Давайте помолимся о том, чтобы никогда и нигде больше не было войны. Давайте помолимся о тех, кто завоевал для нас наше будущее. И каждый день будем просить у Бога об этом. В жизни каждого народа есть дни, есть даты, которые оставляют незаживающие, не рассасывающиеся рубцы на сердце. Такие рубцы оставлены в сердцах еврейского населения, которое потеряло в годы войны, по официальным данным, 6 миллионов. А сколько было на самом деле, ни один из нас назвать не хочет. И не может, потому что учесть каждого, кровью как, кого полита земля, по которой шли эти люди, ни за что убитые, ни за что похороненные, ни за что не оставившие новое, живое племя на этой земле. Неугасима память поколений о тех, кого так свято чтим. Давайте же все станем на мгновение и в скорби постоим помолчим. Помянем всех погибших на войне, кто голову сложил в годину злую, но не отдал страну родную на поругание вражьей стороне. Давайте тихо тосты возгласим, чтоб память их не осквернит словами. Давайте мы минуты получим. Погибшие, мы все в долгу пред вами. На Алиэкспрессе новые.